жизнь стремительно меняется. Знакомые предметы трансформируются и приобретают новое содержание. Еще быстрее в потоке событий меняются люди. Прежние привычки уходят в прошлое, а новые способы коммуникации сменяют друг друга на лету. И с невообразимой скоростью меняется мир. Страны участвуют во всемирной гонке за цифровой трансформацией. Чтобы закрепить в этой гонке лидирующее место, Россия развивает цифровую экономику. Финансовый сектор одним из первых встречает происходящие перемены. Всего пару десятилетий назад было сложно представить те направления, которые сегодня становятся драйвером развития. Большие данные, машинное обучение, искусственный интеллект, облачные и биометрические технологии, распределенные реестры. И это далеко не все. Но ценность самой инновационной технологии равна нулю при небезопасной реализации. Каждая строчка кода и вся информационная инфраструктура должны быть не только безопасными сами по себе, но и оберегаться не менее технологичными методами защиты. Именно поэтому ежегодно Банк России собирает лучших специалистов отрасли здесь, на Уральском форуме. На протяжении 5 дней в атмосфере полного доверия и сотрудничества здесь обсуждают все самое важное для будущего отрасли и страны. В эти дни в фокусе нашего внимания находятся наиболее животрепещущие темы. Как обеспечить безопасность при стремительной гонке цифровых технологий? Как бороться со все более изощренными компьютерными атаками? Как сохранить устойчивость банковской системы от возрастающих киберугроз? Давайте вместе найдем ответы на все эти вопросы на 11-м Уральском форуме «Информационная безопасность финансовой сферы».